Селанске. И золотом пылают купола. Все это знаменитое проведение, как было есть и будет так всегда. Лесов густых полуденную тенью со всех сторон наш город окружен. По зову предков и души веленью мы город этот родиной зовем. Говорила без эха. Здравствуйте, звука
режиссеры. Отлично. Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Все те, кто вот с самых первых нот и самых первых аккордов здесь с нами, я знаю, точно заняли уверенно первые позиции в том самом партере, который они не сдадут никому и с последними залпами салюта покинут праздничную площадь. Мы приветствуем всех вас, мамы, папы и дети, те, кто постарше, те, кто помоложе, те, кто сегодня и являют собой тот самый праздничный облик города Раменска в 90-летие и города, и, конечно же, любимого Раменского района. Здравствуйте! Эту песню, которая посвящается всему тому, что вы знаете, любите, исполнил артист, актер, певец и композитор Александр Грин. Спасибо большое. Спасибо. И я хочу напомнить, что был прекрасный вечер с нами актриса, ведущая, ну просто прекрасная, великолепная, восхитительная женщина Илона Броневицкая. Здравствуйте. Это я восхитительная женщина. Но, знаете, любая женщина была бы рада, оказавшись на празднике, надеть самое красивое платье, выказать самую высокую меру уважения и восхищения тем, что, ну, пригласили на праздник. Поэтому со всей мерой ответственности будем сегодня крепко держать бразды правления. Вечер обещает быть долгим, звездным, радостным. Видите? Я сама даже не знаю, тут такое будет, вы даже себе не представляете. Не будем раскрывать. Александр, давайте, ваяйте. А вы заметили, как быстро летит время? И кажется, совсем недавно Раменская отмечала свой 90-летний юбилей. А сегодня мы отмечаем 90-летие Раменского района. Аплодисменты зрительного зала, да. И вы знаете, я открыла Википедию, там написано, приказом от 12 июля 29 года Раменский район был назван районом. Фактически месяц мы какой-то не дотягиваем, но как здорово, когда день района и день города. Благо город с районом сливаются у нас в этом году. Все вместе будем праздновать. В Википедии также написано, что наиболее знаковыми местами Раменского района являются церковь, храм преподобного святого Никиты в Лужках, церковь Владимирской Божьей Матери, усадьбы Денежникова и Быкова, а также, конечно же, известный на весь мир Жельский промысел. Вот что знаем мы о Раменском районе, а я думаю, что... Так, Александр, там ваша реплика. Да. Ваша. А я хочу сказать, что, вот, видимо, по совершенно случайному совпадению в этом году Московская область отмечает свое 90-летие. Вот такие вот замечательные цифры. Ну, практически молодость. Юность. Я могу сказать, что говорим ли мы район, говорим ли мы город, неважно. Все это люди, которые живут здесь. Люди, которые проживают свою единственную прекрасную жизнь среди вот этих вот деревьев и домов, под этим небом. И хочется сказать, что люди в Раменском районе замечательные. Прекрасно. Но все знают, что здесь живут труженики, люди творчески настроенные, и не буду голословно, такой кузницей творческих кадров в городе Раменске является приборостроительный Раменский завод. Можно сказать, и с него мы сейчас и начнем. Ибо под руководством Николая Французова существует вокально-инструментальный ансамбль «Шанс», который нам сейчас с вами дает шанс прекрасно начать этот вечер второй раз. Кстати, да. Итак, встречайте. Виа «Шанс». Николай Французов руководит этим делом. Раменский приборостроительный завод. Встречайте!